Анастасия, Артур и Карина из СНГ приехали на программу «Сэлла в Кармель» 2 месяца назад. Они, как и другие участники, в возрасте от 17 до 21 года приехали на программу для того, чтобы успешно влиться в израильское общество. Участники приезжают на программу в качестве туристов. Они могут изменить свой статус только по окончании программы. Я приехала в Израиль, чтобы репатриироваться, чтобы учиться на программе СЭЛА. Я узнала о ней от Сахнута и от папы, который переехал сюда год назад жить. Я приехал сюда, чтобы жить в этой стране. Мой отец жил здесь. Эта страна – подходящий вариант, чтобы жить здесь, потому что здесь хорошо, это моя историческая родина. Хочу построить дальше жизнь тут. Цели программы – интенсивное изучение иврита, интеграция в израильское общество, подготовка к военной службе и подготовка к сдаче психометрического теста для поступления в вузы Израиля. 10 месяцев студенты проживают в комфортабельных комнатах в молодежном центре. Участникам программы предоставляется 3-разовое питание и медицинская страховка. В программу также входят экскурсии по стране, лекции и семинары, уроки английского языка, кружки и тематические мастер-классы. Я нахожусь на программе уже около 2 месяцев, и за это время я неплохо подучила иврит, потому что, приехав сюда, я не знала вообще языка. Сейчас я уже кое-что понимаю, кое-как могу говорить. Начала изучать психометрию, живу здесь, с ребятами общаюсь. И мне очень интересно, мне очень нравится, я считаю, что эта программа очень полезная есть, особенно для репатриантов моего возраста, она, наверное, одна из лучших. На программе мы изучаем иврит, мы ходим на ульпан, у нас здесь очень замечательные учителя. После ульпана мы ходим, делаем домашние задания, нам помогают мадрихи, ходим, у нас есть кружки разнообразные. Мы ходим на экскурсии, мы были в Акко, на Арии, в Иерусалиме недавно были, было очень интересно. Бесплатный интернет позволяет свободно общаться с семьей и друзьями. По окончании программы участники могут призваться в армию либо поступить в университет. У ребят будет возможность провести неделю в армии обороны Израиля. Далее, после армии, я хочу пойти учиться. Я еще точно не решил, кем, у меня много вариантов. Но я пока планирую в Тель-Авивский университет, адвокат, менеджмент, маркетинг, что-то в этом роде. В последние годы средняя оценка выпускников программы по психометрии превышает 600 баллов. Многие университеты страны заинтересованы принять таких студентов. Так, например, Технион предоставляет возможность обучения на подготовительном курсе перед поступлением на очную форму обучения. Программа проходила очень хорошо, поскольку здесь очень продуктивно можно провести время. Здесь очень много уделяют времени обучению как ивриту, так и психометрии, так и остальным вещам. Я начал обучаться на Мехине, и я надеюсь, что по окончании Мехины я поступлю в Технион. Ребята, которые хотят продвигаться дальше, имеют замечательную возможность это сделать, потому что здесь предоставляются все абсолютно возможности для этого.